Часы на перекрестке улиц Большая Советская и Ленина в Смоленске появились в конце 19 века. Под ними часто назначали свидания влюбленные парочки. 29 июня 41 года они остановились. Первые бомбежки. Армия противника была многочисленной и хорошо оснащенной. Советские войска понесли большие потери, но не позволили фашистам выйти к Москве до наступления холодов и осенней распутицы. План «Барбаросса» был сорван. Здесь представлена клятва партизана, а также граната РПГ-40, которая предназначалась для борьбы с бронированной техникой во времена Великой Отечественной войны. Копия Знамени Победы, клятва партизана и граната РПГ-40 – символы очередного этапа военно-патриотической эстафеты «Салют Победе». В этом году он посвящен городу-герою Смоленску. Почему одним из символов является клятва партизана? Вы прочитайте. Он же простой человек, взяв ружье, пошел на защиту своей родины. Эстафета «Салют Победе» в Новоивановском завершена. Ее символы торжественно передали в Барвиху. Даже если удавалось взять Смоленск, то благодаря стойкости, так сказать, смолян, безусловно, удавалось подготовиться к обороне Москвы и вот то, что в 1941 году отстояли этот город. В ближайшее время в барвихинских домах культуры, школах и детских садах пройдут мероприятия, посвященные городу-герою Смоленску. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».